So hey guys, welcome to our new video. So today we are playing 5D. Yes, today is 5D and so let's get started. This game is very scary and FPS is 60-200. Oh my god. Привет. Привет. Я решил сделать для тебя запись, чтобы помочь твоей первой ночной смене. А я на самом деле уже работал здесь для тебя. Это было на прошлой неделе, если быть точным. Кстати, как бы это странно ни звучало, тебе не стоит ни о чем беспокоиться. Ты справишься. Сосредоточься на том, чтобы продержаться первую неделю. Хорошо? Так. Пожалуй, начну с нашего предварительного приветствия от компании, которое я обязан зачитать. Это якобы обязательно, чтобы ты знал. Добро пожаловать во Фредди Фазберс Пицца. Это волшебное место для взрослых и детей, в котором оживают веселье и мечты. Фазбер Entertainment не несет ответственности за испорченное оборудование и за вашу жизнь. Если что-то вышло из строя, кто-то умер или потерялся, отчет о случившемся подается в течение 3 месяцев. Уборку и заменят ковры. Бла-бла-бла. Пусть это не так уж хорошо звучит, но я уверяю тебя, не стоит волноваться. Аниматроники становятся проворнее в ночное время. Но можно ли винить их за это? Нет. Если бы меня заставили петь одни и те же дурацкие песенки в течение 20 лет, запретив при этом мыться, я также был бы раздражителем в ночное время. Главное, помни, что эти персонажи занимают особое место в сердцах детей и заслуживают хоть какого-то уважения. Понял? Хорошо. Просто будь в курсе того, что они любят иногда побродить. Ночью они находятся в режиме свободного передвижения. Это сделано для того, чтобы сервоприводные замки не заклинило от долгого простоя. Они раньше могли ходить в дневное время, пока не произошел укус 87. Да, я в шоке. Знал ли ты, что человек способен жить и без лобной доли мозга? А сейчас о твоей безопасности. Ночью стоит беспокоиться только об одном. Если через несколько часов к тебе забредут эти персонажи, скорее всего, они не смогут распознать тебя как человека. Скорее всего, они распознают тебя как металлический эндоскелет без костюма. Так как они подчиняются своим собственным правилам во Фредди Фазберс Пицца, то посчитают это неприемлемым и попытаются насильно впихнуть тебя в костюм Фредди Фазбера. Все было бы не так уж ужасно, если бы костюм не состоял из перекладин, проводов и других механизмов, которые в большей степени располагаются в районе головы. Поместив голову в узкое пространство, ты почувствуешь не только дискомфорт, но и не умрешь. К твоему счастью, останется лишь просвет для глазных яблок и челюсти, которые, скорее всего, вывалятся из маски костюма. Эх, тебя о том не предупреждали при приеме на работу. Но эй, первый день покажется бризом. Так, мы с тобой продолжим разговор. Проверь пока камеры. Не забывай закрывать двери при крайней необходимости. Береги энергию. Давай, спокойной ночи. AM mix. I will off the door, I mean close the door at 2 p.m. Sorry, AM. Oh no, battery is 60%. My laptop battery is, I mean. Oh no, battery is 59 or laptop battery is 68. Oh no, guys, 3 p.m. Let's see.
power games for you. Somebody comment need power games, so I am making. Don't know what become. I'm close my eyes. My bed is playing. She lost that doll. Who wake up? Still no one. I'm closing my eyes, guys. Don't know what will happen. Oh! I'm closing my eyes, I'm jumping. Really, I'm closing. My brother is playing. Let's see who came. No, no one came. I'm closing, guys. Oh! Guys, really, I'm closing. Little thing and little close. Oops! And I'm wearing the headphones. Don't know what will happen. Sound is full. Still, I'm closing. And kindly subscribe to our channel if you will. And kindly like. Goal to be 40 likes. And my birthday vlog. I think it will be 40 likes and maybe it has game, yes. Content and we will be motivated very for likes. And yes, when the next part is coming soon, kindly wait, some vlog ups are going on. No one still came and oh, 4 pm. Still he not came. Where is it? What happened? Oh no, 35 battery. Oh no, 34. Oh no, 32. Damn. Oh. Oh, he's dead on the spot. And tell me comments how was the story time. 30% battery, 4 pm. My eyes is still open. Let's see. I think it will come on the spot. I have closed my eyes half and half open. And nothing. Yes, we beat Friday. So we meet in next video. Thanks for watching.